Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 828. Пользуясь формулой куба разности, преобразуйте многочлен выражения. А. b минус 4 в кубе. В. a минус 2 c в кубе. И в. 2a минус 3 в кубе. Итак, согласно нашей формуле, которая гласит, что куб разности равен а в третьей степени минус утроенное произведение а квадрат b плюс 3 умножить на аб в квадрате и минус b в третьей степени. Мы решаем наш первый пример. Итак, b минус 4 в третьей степени. b в кубе минус 3 умножить на b в квадрате умножить на 4. Плюс 3 умножить на b умножить на 4 в квадрате минус 4 в кубе равняет b в третьей степени минус 12b в квадрате плюс 48b минус 64. Далее, 1 минус 2c в кубе равняется а1 в кубе минус 3 умножить на 1 в квадрате умножить на 2c плюс 3 умножить на 1 умножить на 2c в квадрате и минус 2c в третьей степени. Получаем такой многочлен. 1 минус 6c плюс 12c квадрат минус 8c в кубе. И третий многочлен. 2а минус 3 в третьей. Согласно формуле куба разности получаем 2 в кубе минус 3 умножить на 2а в кубе умножить на 3 плюс 3 умножить на 2а и умножить на 3 в квадрате минус 3 в кубе. Получаем такой многочлен. 8а в третьей степени минус 36а в квадрате плюс 54а минус 27. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.